Здравствуйте, здравствуйте. Мы вышли на охоту. Смотрите, какая сыроежечка шикарная. Вчера муж ходил на дачу один и принес, сколько ты там грибов нашел? 5 белых грибов. 2 таких огромных, здоровых. Я прямо вся в предвкушении. Вдруг и сегодня мухомор повезет. И что-то найдем. Ну, посмотрим. Видите? Это тоже грибы. И это тоже грибы. Видите? Фу. А комарня! Сил нет. Будут куда надо идти. Вот здесь сила и энергия. Только комары вот мешают. А так, мощь! Мощь! Видите, какие цветочки? Какие цветочки, колокольчики, колокольчики, красотулечки. Ежевика лесная. Смотрите, какие прекрасные места в лесу. Птички радуются. Мы радуемся. Вырвались на свободу. С каменных трущоб. В поисках грибов. Кажется. Гриб-веселка. Гриб-веселка, панна еще. Еще много-много названий этого гриба. Ой, комары. О. Видите? Ой. Это они. Фу. Вот. Выстреливает, как я говорю. И фу, здесь ванизма. Комары прилетели еще больше. У кого онкология, смотрите на эти грибочки. Ищите эти грибы. Так, больше не вижу. Это что такое? Это что такое? Ой, не дала вырасти, или это он уже вырос? Ой, да. Или это он уже вырос и больше не вырастет. Так, был дождь, и уже пройти сложно. Вот, ох, какой у меня, как, находка какая у меня. Это муж нашел. Что ты там, муж, нашел? О, грибочек. О, и я нашла, слушай. И я нашла. О. Да. О, тут еще вижу маленький. О. Вон вижу. И уже слимаки едят. Фу. Видите, 3 штучки шляпка отлетела. На. Да что? Комарня. Сыроежка сама упала или кто-то сбил? Слимаки. Ну да.
да, подъели ножку. Ну, уже грибы просыпаются. Дождь был, смочил, увлажнил грибницу. Может, начнут расти? А то скучно ходить по лесу, не собирать грибы. Ну как вот, идешь, никакого интереса. Что-то совсем мало у нас. Наверное, там выберу то, что муж снял, и покажу, что муж собрал. Там он просто неудачно поснимал. Так я говорю, может, голова закружится. Можешь вырезать. Ну, оттуда, где грибы. Ну да. Ну, то я так и думаю. О, какая. Какая сыроежка. И смотрите, какой слымак. Фу, какая гадость. Слушайте, пристал так. Пристал так. Молоденький какой. Хорошенький, видите. Перебила слимаку обед или завтрак. Что там у него? Что там у него? Ну, я люблю сыроежки. Как на меня, сыроежки очень вкусные грибы. Чем они плохие, это тем, что их с ними возни. Надо вот эту шкурочку снимать, кожицу. Ой, что-то вижу. Что это, мухомор, что ли? Ага. А издали похож на белый гриб. Обманщик, обманщик. А? Комары одела мужа рубашку, она такая плотная, поверху. Как зашли в лес. Что? Немножко какая-то защита. Где-где? А, ох, какая огромная. Ну, она уже старая, конечно. Не буду я ее. Там нечего. Нечего рвать, пусть. Жуки жрут, слымаки жрут. Енижедные. Че? Где? Ну что, не бачишь? Вон, ты сын. Тоже старенький. Вон куча молоденьких. Куча молоденьких, ага. Шутник у меня, муж. Шутник. Я бегу, чтобы заснять грибной улов. Ага. Он ходит, блин, по мухоморам, чтобы еще и я бежала к нему. Куда? Ну ничего себе разница. В сторону сколько отошла. Разница. Ой, комары достали. Федя, дай сюда. Комары достали. Лисички. Лисичкина. Шли, даже не хочется видеокамеру включать. Потому что останавливаешься. Фу. Ой, комары задолбали. Ай, за пальцы, за пальцы. Да, у нас сосед утром по даче пошел клубнику собирать в 5 утра. Укусила какая-то мошка и ходит. Ой, смех и грех. С губой как будто накачал силикона. А эта зараза, она же как кусает. Оно такое жгучее. Так,
такая комарня страшная. Ну, больше не вижу. Красавчики, видите, какие. Мужу повезло, в прошлый раз грибочки нашел. Целую кастрюлю трехлитровую нарезал. Ну, конечно, вваривается, но все равно. Сегодня, конечно, не. Так, мелочевка для запаха, но не более. Он в прошлый раз вот здесь нашел грибы. Мы здесь вообще никогда, как правило, даже не заглядываем. Ой. Ну, уже все ближе к выходу с леса. Так что до свидания. Мелочевка, совсем мелочевка. Ну и этому рады. Что думаешь, еще будет? До свидания. Заходите к нам в гости. Мы гостям всегда рады. Поставьте лайк вот такой красавчику обгрызанному. Вот. А мы попрощались. Смотрите. Один. Смотрите. Два. Смотрите, какие красавчики. Три и четыре. Ну, может, еще? А мы попрощались, думали, закончили мелочевкой сегодняшний день. Нет. Ага. Так что муж открыл сезон. Какая прелесть. Смотрите, какой бутузик. Какой бутузик. А, уже подъедают, видите. Ой, комары. Ой, заедают. Ой, ой, ой. Страшно, слушайте, снимать невозможно. Ой. Ой. Фу. Ой. Ну, это, наверное, все. Поэтому еще раз прощаюсь. До следующего видео. До свидания.